Три дня о будущем науки с 25 по 27 октября в точке кипения Иваново химико-технологический университет проводит молодежный научный форсайт. Такое масштабное обсуждение будущего проектов развития вуза проходит, пожалуй, впервые. Форсайт – это новый формат профессионального взаимодействия и коллективной работы, который позволит участникам в результате обсуждений найти новые точки научного роста. Решение о будущем нашего университета и людей, те, кто вот у нас здесь учится, должно решаться не где-то там, а именно там проректором или ректором только, а должны прислушиваться и к мнению обычного студента. И это очень хороший формат, который позволяет выявить вот эту стратегию развития для вуза, чтобы нам подсказать, а куда нам двигаться? Мероприятием уже заинтересовались более сотни участников, среди которых не только студенты, аспиранты, но и преподаватели. Первую лекцию посвятили актуальной для ученых теме, как работать с реальным сектором экономики, чтобы это взаимодействие было выгодным для всех. В рамках этого трехдневного форсайта участникам будет предложено 18 дискуссионных площадок, среди которых открытие проектного офиса нашей организации, целью которого, может быть, будет помощь в научном фандрайзинге, в организационном сопровождении проектов, либо в чем-то другом. Это будет зависеть от того, как участники определят. По итогам работы форсайта планируется издать каталог принятых решений и прогнозов, который станет основой развития университета в будущем. Каждый участник получит не только новые знания в области современной науки, инноваций, образования, но и сертификаты, а также памятные комплекты с символикой форсайта. Любовь Почерникова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.